Всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала. Сегодня с вами снова Купер. И в рубрике «Первый взгляд» у нас сегодня будет гость под названием Dorf Romantic. Вот. Игра своего рода такой симулятор ландшафтного дизайнера, если так можно сказать. Будем сейчас с вами обучаться. Я ее увидел первый раз в Стиме. Вот она вроде как набирает популярность. И мне очень сильно захотелось в нее поиграть. Очень, в принципе, захотелось попробовать что-то новенькое, так сказать, отвлечься от нашего привычного курса всяких стрелялок и хардкорок. Вот, захотелось что-то такое вот медитационное, знаете, такое медитативное, поиграть человое. Только-только вот запустил, сразу началось обучение, я поставил паузу для того, чтобы сразу записать этот момент на камеру, поэтому продолжу. Зажмите левую кнопку мыши, чтобы передвинуть камеру. Кроме того, можете использовать клавиши VSD на клавиатуре. Так, ну, в принципе, понятно, отдалять и так далее. Зажмите правую кнопку мыши, чтобы повернуть камеру, или QE. Ну, в принципе, все более-менее понятно. Наведя курсор мыши на фон, прокрутите колесо, чтобы изменить масштаб. Угу. В этой игре вам предстоит строить пейзажи из шестиугольных плиток. Нажмите левую кнопку мыши на один из пустых слотов вокруг вашего мира, чтобы поместить туда верхнюю плитку из стопки. Вот верхняя плитка, вот стопка. Даже так. То есть ее можно даже как-то крутить, менять. Ну и давайте, наверное, вот так. Окей, и у нас появилась расширенная зона. При наведении курсора мыши на пустой слот используйте колесо, ну, прокрутки или кнопки R и F на клавиатуре, чтобы повернуть плитку перед размещением. Но это я уже сделал. О, смотрите, подсвечивается зона, но таким, типа, connect идет на плитке. Соты такие, прикольно. Таким образом, вы можете формировать группы элементов, например, леса или деревни. Поместите плитки рядом друг с другом и соедините их подсвеченными краями, чтобы получился лес, занимающий не менее 5 плиток. Сформированные группы становятся ярче. Ага. То есть можно еще вот тут, например, повернуть. Пойти можно поставить вот так. Но мне вот так вот интересно. Могу вот так сделать, продолжить. Или вот так. Нет. Лучше, наверное, все-таки как-то вот так. Чтобы получился лес, да? Ну, давайте вот так поставим. Вот можно лес еще сформировать. Вот в эту сторону сделать. А можно вот так вот сделать. Но мне же нужно лес сформировать, да? Поэтому айда. Айда формировать лес. Вот, лес из 5 плиток. Счетчик плиток в правом нижнем углу показывает их количество в стопке. 94, ага. Как только он достигнет нуля, игра заканчивается. Поместите 3 плитки, чтобы продолжить. Вот это то, о чем я говорил. Просто супер медитативный геймплей. Знаете, что это мне напоминает? Это мне напоминает игру, где нужно было на острове размещать поселения так, чтобы они друг друга перекрывали, и таким образом добавлялись очки в общую копилку. Тем самым вы могли строить все больше и больше строений за эти очки. И если вы их размещали неправильно, нелогично, очки в итоге не окупались, постройки не окупались очками, которые они приносят, и игра заканчивалась. А нужно было достичь определенного количества очков. Ну и тут, собственно говоря, видно... это почти то же самое. Ладно, ну давайте дальше строить лес. О! Собственно говоря, первая деревня. Давайте вот так. Выполняя задания, обозначенные подсказками в выдосках с текстом, вы пополняете свою стопку плитками. Чтобы завершить это задание, добавьте не менее 8 дополнительных домов к подсвеченным краям. Ага, вот. 8 домов. Да? Давай. Оно вот подсвечивается так, вот так подсвечивается. Нормально, вот, пожалуйста. Это довольно просто. А теперь другой тип заданий. Чтобы выполнить его, присоедините ровно 3 поля к плитке с выноской. Треугольный флажок в углу подсказки говорит о том, что следующей вашей целью будет закрытие этой группы. То есть вот что? Это никак? Или что? Или типа вот это вот все? Это считается, что я закрыл это? Ой, вы добавили слишком много полей в группу. Давайте попробуем еще раз. А, это поле считается? Типа вот так, не... вот так, да, надо размещать заново? Ну давай вот так. И вот так будет считаться, что это готово, да? Ну, в принципе, элементарно. Что это такое? В результате завершения предыдущего задания появился флаг, который означает, что закрыв данную группу плиток, вы получите дополнительные очки и плитки. Ну да, плиток далее. Группа полей считается закрытой, когда больше нет возможности ее расширить.
Наведите курсор на флаг, чтобы подсветить оставшиеся открытые края и понять, где надо разместить плитки. Ага. Завершите группу, разместив плитки на подсвеченные края, чтобы выполнить эти задания с флажком. Разместите группу, разместив плитки. Так, ну, допустим, вот так, да? А что за задание с флажком у меня? Завершить. Так, в результате завершения предыдущего задания появился флаг, который означает, что закрыв данную группу плиток, вы получите дополнительные очки и плитки. Группа полей считается закрытой, когда больше нет возможности ее расширить. Ну вот это не очень правильное расположение домов, поэтому как-то вот так. Еще одни домики. Тут их вообще никак не приконнектить никуда, да? Да, никак. И вот здесь тоже никак. Ну пусть будет здесь, но вот тут вот так поставим. Вот так. И, наверное, вот так. Считается закрытым. Завершите группу, разместив плитки на подсвеченных... А, вот тут еще нужно, да? Вот оно подсвеченное, правильно? Угу. Хорошо, сейчас. Считается? Нет, вот тут еще надо разместить. Вот так. И вот тут. Тут надо продолжать дальше, я так полагаю. Или давайте попробуем просто стопорнуть. Можно вот так продолжить дома. Вот так. И что, дальше еще есть куда-то выход? Я так полагаю, вот он, да. Ну и все. Закрыли? Нет, вот тут еще есть выход. Давайте вот так закроем. Все, закрыли. Ну, типа, мы закрыли это полями, да? Железнодорожные пути и участки с водой имеют ограничения по размещению. Их концы должны вести только в подходящие типы плиток. Для наглядности во время обучения недопустимые места помечены красным крестом. А, смотри, они крутятся только в определенном направлении. И что мне с ними надо сделать? Просто разместить? А, и они никуда не размещаются здесь больше, да? А, это речка. Ага, она размещается только... Ну, давайте вот так разместим, чё. Вот так, да? Все? Каждый раз, когда вы размещаете плитку, вы получаете очки в зависимости от того, насколько хорошо она подходит своим краям к соседним плиткам. Наберите 100 очков, чтобы завершить обучение. Ну, да, в принципе, это так и работает. Хорошо, хорошо. Вот, да-да-да, вот, а видите, опять очки дают. А как там РФ? А, нет, это вращать. Это тоже вращать. А отдалять это С и З. Все, понял. Ну, так, а тут, кстати, ЖД. Тут можно тоже ЖД продолжить. Я думаю, даже вот так надо... А вот тут теперь нельзя... А, это речка, потому что... Давайте. Давайте вот так. Дома, 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 дома. Где они больше всего коннекта дадут? Может, здесь, здесь? Не здесь. Ну, походу, где-то здесь. А может, вот так даже? Нет, так не дают. Давайте вот так оставим. Опять ЖД. Так, ЖД. Сюда. Лес. Лес. Можно продолжить лес. У меня вот здесь очень обширный, хороший, красивый лес. Да? А вот здесь? Вот здесь вообще, смотрите, аж плюс 40 очков дается. Бах. Все, сотку закончили. Если все 6 сторон плитки совпадают с соседними, это считается идеальным размещением. Давай дополнительные... Итак, давай дополнительные очки и еще одну плитку. Угу. Хорошо. А, вот, все, ну, типа, совпало со всеми местами. Все, дополнительные очки дало. Круто. Получим достижение, первые шаги. Начать игру. Ну, все. Собственно, мы попадаем в мир непосредственно после обучения. У нас есть всего 40 плиток. У нас есть задание. Водный мир. Сформируйте акваторию, состоящую по меньшей мере из 15 плиток с водой. Завсегдатай, соберите 10 тысяч очков в общей сложности, и инженер первого уровня — это построите маршрут поезда, состоящий по меньшей мере из 10 железнодорожных путей. Круто! Мне нравится, поехали. Так, вот это первый коннект. Это добавьте по меньшей мере 3 поля, чтобы завершить задание. А тут вот, вот тут лес, а тут, я так полагаю... Ну ладно, хорошо, поехали, давайте, давайте лес куда-нибудь вправо пусть идет. Дома. Тут тоже задание с домами, да, какое-то, я смотрю.
Дома у нас коннектятся куда-то вот в эту сторону примерно. Нет, не нравится. Давайте как-то дома будем расширять вот в левую сторону, да? Ну, в любом случае, это первая наша попытка, поэтому особо париться не будем. Давайте поставим туда, куда ставится. Сюда вот... Во, вот так ставится. Ну, тогда мы провалим задание. Так, подожди, зазумься. Сюда, типа, можно поставить, но вот тут мы перек... Вот тут мы... А, мы выполняем одно задание, но закрываем другое. Давайте поставим, бог с ним. Что такое? Задание провалено. Ну и ладно, зато здесь закрыли задание. Так, вот можно вот так размещать, плюс 20 деревьев дает, но тогда вот плюс 20 тут мы еще сможем продолжить потом. Вот тут вообще плюс 37. А, ну это задание, не плюс 20 деревьев, это плюс задание. Давай вот так. И вот так. Что это мы, получается, сделали? Это мы сделали... одно из заданий мы сделали. Победитель 1. Наберите 2500 очков в качестве рекорда. Ладно, хорошо, вот ЖД пути пошли. ЖД пути нужно 10 железнодорожных путей проложить. Я думаю, что нужно прокладывать их куда-то вот в этом направлении, чтобы они особо никому не мешали. Пошла у нас, пошли задания с акваторией. Давайте, наверное, сюда. Акватория пойдет сильно наверх. Так. Это опять задания с лесом связанные. Давайте, наверное... Так, что такое? Чё? Добавьте по меньшей мере одно поле, чтобы завершить задание. Давайте вот сюда его поставим. Лес теперь. Размещаем. Вот здесь дома. Здесь дома как-то коннектятся друг с другом? Не, никак не коннектятся. Ну тогда, тогда поздравляю, вы этот растете теперь отсюда. Так, разместите 100 плиток в общей сложности. Это по... Так, у меня 54, нормально, мы идем дальше. Так, вот тут можно вот разместить. Дальше у нас появятся какие-то пути. О, можно сделать как-то так. Правильно? А я могу? Да, я могу посмотреть, что у меня с этой стороны творится. Я думаю, не, ну тогда мы нарушим... Зато вот тут мы сможем закончить. Давай здесь сделаем, потом как-нибудь соединим. Так, с лесом... Вот, кстати, ну, неплохой коннект, вот так идет. Давай вот так. Опять же, плитка с лесом, заканчиваем. Блин, тут будет перекрытие домов, опять не очень хочется. Зато можно вот здесь вот, наверное, законнектить. Но там пойдет ЖД. Надо, оно нам нет. Может, вот так? Давайте вот тут разбивать город. О, вот так. Нормально. Так, опять лес пошел. Завернуть аж сюда куда-нибудь. Или сюда. Сюда или сюда. Давай вот здесь поставим. О, а чё? А, я понял, это ЖД, потому что тут не ставится. Плюс 3, тогда сюда, сюда. Тут можно, кстати, домики зафигачить какие-нибудь, поэтому почему бы и нет. Вот тут можно лесом обконнектиться, кстати. Но тут придется как-то дорогой... Дорогой как-то придется коннектиться. А здесь... Ну, такое, тоже такое. Зато можно будет потом с лесом как-то более-менее разобраться. Но мне кажется, воду-то надо как-то все-таки отсюда выносить. Можно вот тут поставить. Но тут тогда леса меньше всего... Ну, тут, в принципе, у меня нигде лес особо не коннектится. Так что... давай вот тут. Пусть будет вот тут. ЖД дальше продолжим, наверное. Чё тут? Чё тут стесняться? Давай туда дальше, ЖД уходи. Тут как-нибудь лес размещается так сексуальненько. Вот так лес размещается. Вот так вообще совсем размещается сексуальненько. 1000 очков, кстати, у нас уже есть. Инженер это мы достраиваем. Ландшафтный дизайнер это тоже понятно. Ну и очки, ясно, ясно. Идем дальше. Тут у нас никак не размещается, нет? Нет, пока никак. Одинокий домик такой будет стоять. Я думаю, что нужно куда-то вот наверх уводить ЖД, и пусть куда-нибудь наверх укатывает. Так, здесь у нас поля можно разместить. Наверное, нет, кстати, видите, не коннектит, не идеальное место, не все коннектит. Но мне кажется, эту штуку тоже нужно закрыть. Вот так, и вот здесь можно продолжить с деревьями дальше. О, можно вот тут вот закруглить озеро сделать, и там дальше... Давай вот так сделаем.
Здесь... кончились у меня эти места-то, да? Вот так, ну это, конечно, слабенько я разместил. Зато можно вот тут вот законнектить такое большое озеро. Здесь можно вот так соединить. И здесь добавить еще одно большое озеро. Дальше. Лес можно сконнектить куда-нибудь в эту сторону. Или вот сюда. Нет, ну тут нужно что-нибудь с домами, наверное, связанное, видите, да. Лучше куда-то вот сюда, здесь оно нигде хотя бы не мешает, или мешается все-таки. Ну, тут таки точно уже никуда не вставить, поэтому лучше, наверное, его как-то продолжать в эту сторону. Во, можно аж... можно вот здесь, но это по кругу мы, конечно, сделаем, мы его запустим по кругу. Здесь вот никак не поставить. Можно только в этих двух вот направлениях его поставить. Тут он закруглится, пойдет куда-то, фиг знает куда. Зато мы выполним одно из заданий с железной дорогой связанное. Давай вот так. Поле, очередное поле мы поставим куда-нибудь... сюда? Или сюда? Ну, это, конечно, не очень логично. Но я думаю, мы дождемся. Мы чего-нибудь дождемся. Тут как-нибудь коннектится. Ну, вот с водой никак не коннектится, уже видно. Уже видно, понятно. Здесь. Здесь с домами и с лесом коннектится, поэтому можно поставить здесь вот так. И ЖД. ЖД продолжим налево. Все, выполнили задание с ЖД связанное. Плиток у нас становится только больше. А здесь мы уже, смотри, здесь мы не... Мы тогда что? Мы тогда провалим это задание? Потому что сюда дальше уже расти не получится, да? Сюда тоже мы провалим задание. И сюда провалим, и сюда провалим. А что это такое? А в чем прикол? Ну-ка, допустим... Что? Задание провалено. Ладно. А, потому что тупик. Мы дальше уже не сможем размещать, да, эти... Пойдет? Или нет? Может, вот так? Ну, тут... Это тут мы, типа, лес продолжим, да, размещать. Не очень удобно. А может, лес реально вот так вот законнектить? А там дальше поле пойдет, конечно. О, давай вот так. Так, что-то мало, конечно, очков дается. Так, а куда мы тут можем? Вот так. Да? Балдеж. И теперь бы нам еще найти какой-нибудь вот тут выход на озеро. Ой. Бог с ним, пусть будет так. Ну вот не идеальный коннект, конечно, да. Потому что зелень на ребре на этом. Такое бывает. Так, куда у нас? Вот здесь у нас есть. А, кстати, опять с водой. А вода, вода. А тут нельзя, да? Да, тут нельзя. Обидно. Зато вот тут можно. И мы сделаем задание с водой. Но тут надо будет тогда прямо ждать, когда у нас законнектятся какие-нибудь плитки с... Ну, давайте поставим сюда. Пусть будет плюс 100 очков дало сразу за закрытие задания. Можно продолжить ЖД пути куда-то в эти стороны. И я думаю, что я, наверное, сделаю как-то так. О, тупичок, все, классный. А, ну это здесь, потому что нельзя размещать. Это здесь, потому что нельзя размещать. ЖД надо дождаться, когда появится. Там никак нельзя посмотреть колоду. Можно отменить. Можно отменить. Так, ну это в корне все меняет. Тогда можно будет даже лишний раз думать. Так, дома. О, плюс 8 для размещения. А это что? Это квест на размещение 8 плиток с домами? Давай возьмем. Тогда я провалю там квест. Здесь на размещение аж 200 еще деревьев. А я могу как-то? А тут вот всего лишь 29 надо будет разместить. Давай! Давай, лепи! Еще плюс 15, ну тогда мы квест закроем. Вот так можно будет разместить. Во, вот так мы квест закроем гарантированно. А вот так мы еще и дальше выходить сможем в лес. И вот тут еще мы можем лес разместить. Вот так. Красотища. Во, закроем. Закроем акваторию. Тут-то мы все равно дальше пройти уже не сможем. Поэтому закрываем. Красиво. Красиво. На размещении 22 домов. О, тут почти будет закрыто полностью, я смотрю, да? Можно даже вот так сделать. Красиво.
Еще один лес. Еще один лес. Я так полагаю, сейчас мы закончим уровень, потому что нам остается набрать совсем немножко очков. И у нас появится больше текстур, больше плиток. Я так полагаю, появятся, может, какие-нибудь мосты, тоннели, появятся, может, города. По-моему, я ошибся. Ну ладно. А подожди, давайте отменим. Чё я? Почему бы нам не воткнуть его, ну, например, куда-то сюда? И что? А, разницы нет никакой. Ну и ладно. Здесь я уже не смогу продлевать. Тут я тоже закончу. Вот сюда могу продлить. Но я тогда закончу. Я закончу тогда один из квестов, но провалю другой. Как неприятно. Ну и ладно. Давайте ввести его куда-то вот в ту сторону. Бог с ним. Все. Получено достижение инженер. Мы построили, получается, новая плитка разблокирована. Паровоз. А, нужно, можно будет даже паровозы запускать. Прикольно. Вот, это то, что мне надо. Это мне надо отсюда выводить. Хотя я могу его и не выводить отсюда. Я могу его здесь и закрыть, замкнуть. Давайте, наверное, так и сделаем. Все, бог с ним. Так, размещение. Вот, могу закрыть одно из заданий. Тут тогда появится домик. То есть, блин, а вот здесь еще, видите, я проворонил. Тут поле оставил. Ну, ладно. Ничего страшного. Тут вот мы закроем одно из заданий. Добавьте ровно один дом, чтобы завершить задание. Всего лишь один. А, вот это как работает. Нет, ну тут один дом я никак не добавлю, конечно. Тогда я... Давайте, наверное, вот так уже поставим. Да, задание мы провалим. Получено достижение победитель 1. Пересадочная станция нам открылась. Новая плитка разблокирована. Получить. Ну и что у нас теперь дальше? Инженер второго уровня. Постройте маршрут поезда, состоящий по меньшей мере из 25 железнодорожных путей. Ага. Теперь нужно брать аж 10 тысяч очков. И ландшафтный дизайнер все еще мне нужно разместить примерно 48 плиток. Зато открылась мельница. Мельница. А как? Смотри-ка, интересно. Мельницу можно разместить просто вот в пустое поле. Давайте, наверное, разместим ее где-то вот здесь. Еще один лес. Вот так. Да? Хотя тут вот дом. Тут вот можно лес разместить. Вот тут можно лес разместить. Там у нас деревня идет. Не хочу туда уходить. Давайте лес все-таки куда-то в эту сторону пусть растет. Поезд мы разместим куда-то сюда. А что за задание? Как посмотреть задание? Так можно посмотреть задание? Нет, нельзя так посмотреть задание. Зато можно вот так вот сюда куда-то вот, чтобы рос поезд. Или вот в эту сторону. Давайте, нет, пусть... Ну, в эту сторону нужно будет ждать, когда его надо будет закруглять. Я не хочу сюда продолжать, поэтому пусть вот будет где-то здесь. А он не собирается, да, кататься у нас? Станция пересадочная. Так это с водой ее надо где-то размещать. А у меня нету выхода. У меня и выхода-то нет. Поэтому давайте-ка разместим ее вот, ну, как раз где-то вот в этой стороне. И будем в будущем здесь разводить новую акваторию. Так, тут нам надо приконнектить поле. Здесь мне надо добавить по меньшей мере 9 полей, чтобы завершить задание. Вот, один дом. А, ну тут мне он уже и не поможет, этот один дом. Зато тут я могу лес продолжить, но я не буду этого делать. Вот так можно сделать, но тогда с деревней коннекта не будет. Так, так, не-не-не, не пойдет. Вот так тоже не пойдет, а вот так с лесом пойдет. Ну нет, это некрасивый дом, некрасивый. Можно вот тут построить. Но тогда ты там уйду в сторону полей, не хочу поля закрывать. Поэтому пойдем в другую сторону. Пойдем в другую сторону. Может здесь куда-то? Не. Наверное, все-таки придется куда-то вот сюда его пихать. Бог с ним. Может... Во, вот так тоже неплохо. Давай. Три дома теперь. А может, я могу здесь как-то вот у вас? Ну, нет, не все. Далеко не все. Вот если только так. Если только вот так. Ну, там придет, там лес появится, участок с лесом. И это не очень гармонично соседствует. Может, вот так? Давайте посмотрим, что у нас вот из этого получится. Во, отлично. Новый. Так, акватория. А куда мне акваторию рулить? Вот сюда куда-то?
появится такой остров, это еще один изгиб надо будет делать. Туда поставить лес с ЖД, но там по-любому будет ЖД. Эх, не знаю, не знаю. Выруливать как-то отсюда куда-то. Ну, наверное, в любом случае придется как-то выкручиваться уже вот из этого вот, что мы имеем. Поэтому пусть стоит вот здесь. Так, у нас опять очередное поле. Поле мы ставим аж сюда. Хорошо. Еще одно поле мы поставим. Блин, а тут лес начнет появляться. Не очень приятно. Тут вообще нельзя будет. Ого, у меня человек-сосед проснулся. Музыка куда-то из игры пропала. Музыка очень много атмосферы человой делает в этой игре. Это нам пооткроется еще одно задание с полями. Блин, вот я сам себе вот здесь полем закрыл все. Не очень грамотно. Давай вот так сделаем. Тут мы никак ничего не разместим. Здесь мы разместим, зато с полем. Можно вот тут вот углубить. Сюда можно дальше отправить поезд, чтобы ехал. Кстати, поезд почему-то ехать не хочет. Наверное, он поедет, когда я закончу здесь задание. Я даже не знаю, надо оно нам, не надо. Наверное, надо. Пусть куда-то он наверх уходит. Хотя там одинокий дом. Да и бог с ним, давай как-нибудь поставим. Дома они красиво будут коннектить. А вот эту плитку нельзя никак, да, перенять? Да, никак нельзя, да? Ну ладно, давай тогда вот сюда. Тут еще у нас большая вот территория. Тут вот... Нет, тут уже никак не приконнектится. Да нормально, давай. Блин, вот тут... О. Можно вот так построить, а можно вот так построить. Тогда я завалю там все здание, потому что у меня выходов на поле не будет. Нельзя, нельзя. А, у меня один последний выход на поле остался. Блин. Понял. Ну, тут у меня лес еще продолжается. Давайте тогда как-то вот так. Потом, я думаю, здесь расширимся с акваторией. Можно вот так же построить дальше узел. А можно... О, можно вот так аж сделать, да? Красотища. И все, поезд начнет теперь кататься здесь. Ну, неплохо. Было бы странно, да, если бы он тут не катался, действительно. Так. Лес, лес. Дальше будем строить в ту сторону куда-то, наверное. О, задание с лесом выполнено. 3000 очков, а нужно 10 тысяч. Нам еще собирать и собирать. Вот, кстати, хорошее соединение. И, а может, вот здесь даже еще построить что-нибудь? Ну-ка, подожди. Тут везде идет хорошо? Нет, ну вот красненьким же коннектит. А вот здесь вообще ничем не коннектит, да? Никаким красненьким. Тут еще аж надо будет аж 23 дома в ту сторону построить. Нет, тут тоже коннектит с красным. Вот, а то вот так нормально коннектит. Нормально, давай вот так оставим. Здесь тоже не очень, то тут цвет, этот лес подсвечивается полностью, удобно. Тут мы закроем раз и навсегда постройку леса, но у нас и на лес больше нету заданий, поэтому, может быть, здесь как-то начать обстраиваться. Нет, ну там я не хочу, там поля, я не хочу закрывать себе территорию полей. Ну, можно вот так. Пусть будет вот так. Опять же, акватория. Акваторию мы расширяем у нас вот здесь. Можно сделать вот так, кстати, довольно неплохо получится. Можно сделать, ну так не коннектит. Вот так зато можно будет сделать. Можно еще сделать... Нет, вот так тоже нельзя, потому что дома. Потому что дома... Блин, это же получается нужно будет найти стыковку здесь с домами. А пофиг, давай смотри, что у нас тут получится. Вот здесь вообще никак никуда не поворачивается, не встает. Ну то вот тут хорошо получается. Давай, ставь. Так, поле. Опять же, поле, которое меня подставляет, меня закрывает. Не очень приятно. Угу. Вот здесь, может быть. Нет, тоже не очень комфортно, не очень камильфо. Но это лес, лес можно продолжить, зато тут поля появятся. Здесь никак не приконнектить. Зато вот так, ну нет, это опять же одинокие дома какие-то вот стоят, не очень удачно я размещал. Что такое? Завершите группу, разместив плитки на подсвеченные края. А где оно? Вот здесь у меня подсвечивается, вот тут, да? Давай. Чё, все завершился? Нет, не завершился. Вот. Ну ладно, тут мне, наверное, нужно сделать будет что-то вот в этом духе. Правильно? Вот так.
Есть еще поле? Да, я могу закрыть вот эти задания зато. Но нет, пока подождите, пока не буду. У меня сколько? Где мне надо? Ага, нифига мне там надо будет. Завершите группу, разместив плитки на подсвеченный крыш, чтобы выполнить задание с флажком. А что, мне просто надо закрыть его, перекрыть? Я не помню. Вот так, и что? А, вот здесь еще надо разместиться. Вот так. И где последний? Вон там надо, в лесу? А, тут ЖД, нет, подожди, ЖД у меня вот здесь. Тут я провалю задание, получается, с ЖД-путями. Сразу, причем, вообще. Но это, наверное, на размещение новой ЖД-дороги. Давайте тогда новую ЖД-дорогу куда-нибудь пустим. Я думаю, что я хочу эту ЖД-дорогу видеть где-то вот здесь. Да? Почему нет? Что вот это такое? Завершите группу, разместив вот здесь. Где? Всего лишь в одном месте? Что если я воткну сюда лес? Тогда я провалю там группу с флажками. Не хочу. А где у меня группу вот здесь надо разместить? Вот тут? Че, она закончилась? Нет, не закончилась. Значит, ее нужно стопать. Ее нужно прям прекращать, да? Вот так. Ну вот смотри, зараза, не прекратился и все. Вот так, нормально. Где тут? Вот тут. Нужно закрыть. Задание выполнено, правильно? Все. Да, просто нужно закрывать неподходящим блоком, получается. Вот так. И тут река, конечно. Вот так. Все. Где еще? Вот осталось одно поле. Тут я провалю задание с постройкой домов. Страшно ли это мне или нет? Мне кажется, это будет не очень приятно. Потому что я бы хотел размещать еще куда-нибудь в другую сторону. Да и, наверное, знаете что, наверное, все. Закроем. Задание выполнено. Пусть будет деревня как деревня. Кстати, ну нормально. Нормально. Водный мир. А, мне еще размещать и размещать. Инженер, мне еще... Построите маршрут поезда. Мне еще целых 11 штук надо разместить. И ландшафтный дизайнер. Мне нужно еще разместить 14 плиток. Угу. Так, это что? Просто лес. И леса там мне больше и негде продолжать, однако. Там у меня водный мир, не хочу его туда лезть. Но... О, что это такое? Стройте до этого места, чтобы открыть специальную плитку. Да, поехали. Тут нету... Тут вот можно вот так. Потом можно пройтись. Но тут не очень, конечно, камильфо. Нет, не так не камильфо. Да и барабан. О! Там город, походу. Но мне нужно вот эту вот штуку. Да, очень хорошо вписывается. Ну, кроме одного единственного домика там наверху. Не знаю. Нет, так точно не сконнект. Да давай вот так поставим. Чем теряем? Вот так поставим. Тоже неплохо. Вот здесь хочу еще какую-нибудь красивую сделать территорию водную. А здесь что, не коннектится? Да нет, нормально. Так, дома. Дома. Надо куда-то дома-то продолжать дальше. Вот, например, вот сюда, правильно? Да, почему нет? Здесь они как-нибудь встают. Ну, только дом один не встает. Не очень удачно. Зато вот так нет, так не встают. И так не встают. Блин. А вот здесь вот можно дома размещать. Ну, тоже неудачно. А здесь можно вот так разместить. Да, давай вот в эту сторону тоже пойдем, по чуть-чуть поставим лес. Прочая тема. Тут тоже не... Во, вот так нормально, да? Пойдет. Так, мне нужно строить... Вот так, смотри, белым. Все белым подсвечивается. Прекрасно. Идем дальше сюда. О, хороший участок водный. Вот, прям то, что я хотел. Все идеально. Во все 6 граней вписалось. Сколько мне там еще надо? Железный, это понятно. Сформируйте акваторию. Акваторию, стоящую по меньшей мере из 15 плиток с водой. А что, тут нет 15 плиток? А сколько тут? 10? Сюда нельзя в коннектите. Сюда. Вот это ровно? Да, вполне себе неплохо. Так, плюс...
плюс 15. Опять вода, эта мелодия куда-то пропала. Вот тут хорошо она. Вот тут она хорошо приконнектится. Но это... Я бы хотел, конечно, лужу такую большую здоровую замутить. Но тут вот надо будет леса дождаться. Нет, давай вот так тогда поставим. Давай поставим как-то так. Здесь я не прорваюсь никак. Можно попробовать вот тут поставить, да? Но вот все равно в одном месте, видите, не очень удачно, не очень удачно. Так тоже не очень удачно, так не очень удачно. Можно попробовать вот здесь поставить одно такое поле. Ну и там потом дорога пойдет. Так. Так, так, так. Вот здесь тоже нормальное место. Можно продолжить дальше акваторию в ту сторону. Можно здесь. Нет, и тут у меня планы. Я хочу туда большие размещать. А вот здесь вот речка пойдет, пусть. Да, пусть идет сюда. Все. Получено достижение. Ландшафтный дизайнер. Новый биом разблокирован. Прованс. Давай забрать. Водный мир у нас по-прежнему открыт. Так, победитель 2 тоже открыт. Инженер 2 тоже. Постройте маршрут поезда, состоящий по меньшей мере из 25 железных путей. Водный мир. Ну, это мы еще делаем, получается. Мы еще делаем это задание. Блин, не совсем, не везде хорошо состыковывается. Зато вот тут, по-моему, нормально состыковывается, да? Так, я не вижу. Как там зумится-то? Вот, на С. Нет, ну с красным не везде. Вон, там красное не подходит. Вот здесь тоже красное не подходит. Тут красное есть, тоже не подходит. Жаль, жаль. Может быть, где-то здесь мы сможем воткнуться. Тоже красненьким светится. Хотя вот, казалось бы, да, лес тоже совпадает. Поле тут еще есть рядом. Ну, тут придется по-любому размещать ЖД-путь. Не-не-не-не-не-не-не. Куда бы тебя так воткнуть красиво, я не знаю. Да, наверное, чё париться, да? Ну, хотя тут вот мы сможем еще что-то построить. Вот у нас, по-моему, плитка следующая идет даже с подходящая под это, под все, поэтому... Ай, давай. Так, во, пошел. Я не знаю, вот здесь может построить. Тут мы сможем его зациклить уже, наверное, пора бы его закруглять, реально. Все, задание с этим мы выполнили. Теперича. О, вот это та самая плитка, о которой я говорил. Как-то тебя бы вот так воткнуть. Ну, все равно не совсем коннектит, но почти, почти совсем. Поэтому стой там и не выпендривайся. О, чисто лесная. Чисто лесная территория. Вот здесь он нормально? Ну, вот с полем с одним не очень хорошо. Ну и по барабану. Мне все равно надо вон в ту сторону еще одну плитку поставить. Здесь никак. И здесь никак. И здесь никак. Нет, тогда я хочу вот так. Тогда я хочу вот так. Нет, это мы провалим задание с лесом. А тут тоже мы, что ж, получается, провалим задание с лесом. Так оно вообще никак не... Нет, нет, так мы дальше простроиться не сможем. Нужно с полем. Вот так. Давай так. Так. Ну нет, это мы тоже не везде. Тоже не везде. Тоже не везде. Это не так. У меня 70 плиток еще. Мне ставить и ставить. Ёпта. Очень человая игра. Можно прямо залипнуть. Ну, давайте, наверное, в эту сторону его разместим. Все, это поля и есть поля. Можно вот тут уже начинать закруглять как-то. Ну, нет, тут я опять, смотри, красную ловлю зону. Вот здесь можно поставить. Все беленьким светит. Давай. Нормально. Так, а это что? Можно вот так. Но опять же, видите, с городом не совсем сопоставляется. Не очень. Не очень красиво будет. Можно вот здесь поставить, да? Но опять, видите, там с деревней соприкасается. Обидно, обидно. Можно вот эту закрыть уже зону, наконец-то, и чтобы она не действовала на нервы. Сделаем. Пусть будет. И, блин, вот тут, конечно, бы я бы разместил что-то. Но там, скорее всего, нужно разместить типа ЖД-дорогу. Но тут тоже не камильфо. Так не камильфо.
Лес это мы полностью перекроем лес, можно вот так дальше идти. А вот так, кстати, нормально оно. Ну вот есть, видите, опять с красным коннектит, неприятно. А то можно вот так разместить. Ну ладно. Так, дорога. Там мы дорогу-то закрыли, а вот здесь мы дорогу еще не продолжили. Поэтому я предпочту дорогу все-таки куда-то да продолжить. Тут требуется, видите, дома по одному из этих, то есть есть как бы коннект, а тут требуется с лесом связующее. С лесом связующее. Можно попробовать дорогу проложить вот как-то вот здесь дальше. Но мне-то нужно вот это задание делать, поэтому стойка ты здесь и не выпендривайся. Можно вообще закольцевать здесь, короче, этот. Погнали. Так, плитки дальше тут будем размещать потихоньку. Мне нужно вот сюда как-то двигаться. О, это я что, провалю, получается, задание с акваторией? Ну вот это задание точно провалю. Можно вот здесь продолжать дорогу. Можно вот туда. Нет, так я провалю в любом случае, провалю. Это надо новое что-то начинать, надо начинать новое озеро. И я бы предпочел его даже начать, может где-то здесь? Хотя там у меня и так воды полно. Давай куда-нибудь сюда, в сторону полей. Хотя тут и... Вот. Пофигу. Пусть будет здесь. Потом сюда как-нибудь еще про... Нет, а сюда вот уже нельзя. И сюда... А, здесь дорогу все. Здесь никак ее не разместить, железную-то, да? Надо уводить ее в другую сторону, получается. А я здесь и никуда ее больше и не уведу. Ну ладно. Тогда ставим сюда. Да, тут получается... Не очень удачно получилось. Ну, вот, смотри, какая большая с лесом. Я думаю, нам тебе ее пора уже сюда как-то коннектить. Это что такое? Добавьте по меньшей мере 46 домов, чтобы завершить задание. А это у нас какой-то сити-центр. Чтобы завершить задание. Вот так? Может. Нет, так вообще не приконнектится никак. Тогда лучше, наверное, сделать вот так. Так. Тоже не то. Так, с лесом, но с полем не коннектится. А вот так? Вот так, по-моему, все нормально. Давай вот так оставим. Так, городской центр. Тут можно продолжить вот так. Нет, вот так. С красной есть пересечение. Вот здесь можно поставить. Или вот здесь. Направо или налево. Я думаю, пойдем налево. Да, давай вот так. Поля. А вот тут красное пересечение опять, да? И там красное пересечение. Да? Да, есть красное пересечение, блин. И там красное пересечение. Фок. Вот тут тоже есть. И вот здесь есть. Не самое идеальное расположение плиток. О, у меня их, кстати, уже становится 57. Мне их больше, ты мне их не дается. Надо думать. Надо думать, куда их тыкать. Тут вот я вижу более-менее продолжение. Там, давай, наверное, вот сюда, бог с ним. И я провалил задание с лесом. Черт, ладно. А то можно будет выйти вот как-то сюда. Тут мы закроемся полем тогда, черт возьми. У меня вот здесь еще задание на акваторию. Получен достижение «Водный мир». Открылась мне лодка. Получить. Так, а лодка мне еще не скоро в стопке появится, скорее всего. Поэтому... дом с пшеницей. Дома и пшеницы. Вот так? Нет, тоже не приконнектится. Так вот тоже никак не приконнектится. Есть ошибка в планировке. Можно вот так построить? Нет. Так, нельзя... Ну, подождите, у меня же вот задание. Но тут опять, видите, пересечение идет. Но тут можно вот продолжить как-то дальше. Вот так. Нет, тоже нельзя. Вот так. Но это я добавлю, типа, всего лишь 3 дома. Тут нужно прям изъебнуться, чтобы еще дома потом куда-то ставить. Тут вот будет только один выход вот сюда. Не очень хочется засорять. Тут вообще нельзя поставить. Может, вот так как-то? Вот так. Вот так. Или вот так. Давай вот так. Лес. Здесь вообще нигде лес не сопрягается, блин.
Не-не-не-не-не-не, да так не пойдет. Что мне вот с этой частью карты? Тут у меня тоже можно же что-то размещать. Тут вообще тоже все красным горит. Так тоже не получится, и так не получится. Идеальных, конечно, состыковок у меня немного. Ну, можно вот так попробовать. Авось там потом прокнет какая-нибудь открытое поле. Вот здесь что? А вот тут, по-моему, все нормально. Ну, нет, кроме вот одного. Блин, кроме одного, да. Может, вот здесь? Ну, такое. Плитки, короче, не окупаются пока. Неправильно их размещаю. Так, дорога. Сюда можно, ну, вот, можно закольцевать дорогу. Там, нет, там никак не надо будет ее закольцовывать. Ну и ладно, пусть стоит где-нибудь там. Тут вот новое задание или продолжить старое. Можно закрыть, во, но тут, тут в таком случае опять будет неровное пересечение. Тут будет неровное пересечение. Можно вот так поставить и дождаться, когда у нас появится какая-нибудь, во, вот так. Закрыли одно из, дали еще немножечко плиток. Город с полем. Можно вот тут поставить, да. Но я так могу сам себя в ловушку загнать. Лучше так, конечно, не ставить. Но я же гений. Ну, вот так, нормально. Подождите, а тут вот нету коннекта же, получается? В одном месте нету, да. В одном месте нету. Вот так? Да, нету коннекта. Обидно. И там не будет коннекта. Жалко. Блин, сложная игра. Я вижу пока только так. Хотя, кто его знает, может быть, вот так как-то разместить? Ну, все равно ведь пересечение. Не хочу поля вот эти ставить в тупики куда-нибудь. Поэтому давай-ка как-нибудь вот так. Блин, тут вода еще, это по-любому придется как-то изгаляться. Ну и ладно. Дом один. Блин, вот надо вот тут вот вообще домов понастроить каким-то чудом. А как? Тоже непонятно. Вот тут хотя бы можно будет закрыться, да? Вот так. Ну, это все равно тоже мне особо, меня особо это не спасет. Все равно пересечение идет с другими домами. Наверное, вот лучше куда-то вот сюда это воткнуть. Потому что тут все-таки есть продолжение с домами. Тут хотя бы 4 дома можно будет присандалить. Поэтому пусть будет здесь. Здесь, я так полагаю, тоже идет пересечение очередное. Да, 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 блин. Может, куда-то... Тут тоже есть красная зона? По-любому, конечно. Во, зато вот здесь хорошо вписывается. Ля, какая красота. Давай сюда ее. И сюда тоже хорошо вписывается. Давай. Плюс 40 очков. Хорошо. А потому что было, по-моему... Было, по-моему, уже за 10 тысяч, если я правильно... Нет, за 5 тысяч, по-моему, было, нет? Победитель, это понятно, водный мир. Мне еще столько ставить с водным миром, инженер. Постройте маршрут поезда, состоящий по меньшей мере из 25 железнодорожных путей. Мне туда надо у этот коннектиться-то. Вот, по-моему, у меня красным светится, да? А вот тут белым. Ну и пофиг. Во, хорошо, чисто, чисто городская тема. Как бы тебя так присандалить? Вот здесь ты никак не коннектишься. Блин, да что ж такое, как тяжко. Давай вот так. Вот хорошо. Хорошая развязка. Куда бы тебя... А сюда... Никуда. Понятно. Может сюда куда? И здесь некуда. Серьезно. Надо новую ставить. Блин. А тут? Что такое? Понятно. И здесь никак. Да вы шутите. Это прям надо новое озеро куда-то втыкать. Смотри, у меня реально клеток осталось мало. Почему? А это что, все 46, которые я могу воткнуть? И я проиграю? Да ладно, их не может быть тут 46.
Звучит как что-то очень опасное, поэтому нужно думать. А, нет, вот, смотри, появились. Нет, это потому что у меня место размещения данного Т-образного перекрестка немного было, я понял. Во, вот так, смотри, хорошо коннектится. Давай, плюс 30, хорошо. Так, поля, 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 полей. Не, не, не сюда. И не сюда. Вот здесь. Тогда мы все равно проиграем. Мы тогда все равно сюда поставим не все. Так, у меня... Мне нужно всего лишь одно поле поставить, чтобы завершить эту линейку квестов. Вот здесь. Всего лишь одно. Одно поле меня не интересует. Здесь я тоже не могу ничего поставить. Здесь, может быть... А, давай! О, идеально. Что-то сконнектилось хорошенько получилось. Очки дали, спасибо. А вот плитки-то кончаются. Вот, одно поле. И мы сможем это закрыть. Как бы так тебя поставить... Может, вот так? Да, блин, постоянно путаю кнопки. Ну, тут красным горит одна зона. Неприятно. Ну, да, я думаю, нужно вот этот участок закрыть и больше о нем не вспоминать. Поэтому все, закончили. Так, а что это такое? А, нужно завершить группу, разместив на подсвеченные края, чтобы... Понятно. Здесь нужно поставить всякое разное, чтобы оно больше тут не появлялось. Раз, и вот тут еще. Ну, тут акватория, нет, ее не хочется ставить. Хотя тут можно вот с ЖД продолжить. Да давай, пусть будет. И что еще? Вот тут, да, надо что-то поставить. Вот так. А, я опять где-то что-то недоразместил. А, вон там. Блин. А да тут-то я не могу тут больше ничего и разместить. Так что, ребят, это еще не скоро. Тут с лесом не все хорошо. Вот тут неплохо получится. Вот тут плохо получится. Можно вот так разместить. Довольно неплохо будет. Давай. О, водичка. Так. Нормально. Так. Здесь мы закруглять это будем все. Это мне не очень интересно. Можно разместить вот так. Ну, нет, это будет некрасиво. И так некрасиво. Тут уже некуда будет ставить. Здесь тоже не сконнектится как надо. А где у нас там была... Во, ППГ. Во, не. Тоже не так. Но нужно уводить. Нужно как-то вот сюда выводить в любом случае и коннектиться. Блин, хорошее место. Может, вот так как-то? Нет, не так. И не так. И не так. Может, тут тоже нельзя? Хорошее болотце, но тут нужен лес, понимаете? Тогда, ну, наверное, его придется в любом случае куда-то сюда втыкать. Поэтому пусть лучше он будет здесь. О, ЖД. ЖД мне нужно продолжать, наверное, все-таки вот это, потому что... А вот как и куда его тут продолжать? А фиг его знает вообще. Нет, тоже не подойдет. Вот так тоже не очень вконнективается. Вот сюда может поставить. А давай, пусть туда идет. Может, мы сейчас его как-нибудь там законнектим вот с этим вот... с новым ЖД-местом там, которое я поставил. Чистый лес. О, вот этот лес сюда вписывается вообще везде? По-моему, нет. По-моему, у него вот это ребро не вписывается. Да, одно ребро не вписывается. Но отсюда город, потому что можно вести с лесами. А я этого делать... Не смогу так просто. Вот тут вот есть задание с лесом. Добавьте по меньшей мере 25 деревьев. О. Это что, типа будет считаться, что провально? Потому что я буду тратить туда? А это вообще отдельный участок для города? Шутите? Шуткуете со мной, что ли? Зато можно будет вот этот квест закрыть. Но я не хочу... Эй, блин, ладно. Так, речка. Как вот это-то закрыть уже мне, ё-моё? Никак. Наверное, только если вести вот в эту сторону куда-то. Да? Да давай уже это, заканчивать, короче, вот эти вот ваши водные пейзажи. Завершите группу, разместив плитки на подсвеченные края. А где у вас подсвеченные? А, вот тут? Ну и что мне тут разместить, размещать? Мне нечего тут размещать.
Нет, так не пойдет, и так не... О, вот так можно поставить. Давай. Так, опять же D. Во, вот здесь, да, у меня будет... А, еще вот тут надо все ставить. Ну, мне в любом случае нужно здесь закрываться будет. Хотя вот тут, например, или вот тут. Ну, наверное... Блин, конечно, странная такая ЖД, блядь, получается, если честно. О, давай вот так, по барабану. Тут лес можно поставить для того, чтобы в дальнейшем лесом это все перекрыть. Хотя я бы, конечно, дорогу ЖД вывел куда-то по фэншую, покрасивее. Но у меня... Хотя у меня нормальный, у меня и по очкам нормальные, и плитки скоро... Еще, это еще не скоро закончится. Лес, лес. Ну, такие большие участки с лесом, как здесь, я думаю, можно размещать только сюда. Вот так? Ну, там, я вижу, там есть красная полоса. Нельзя, нельзя, нет. Не-а, не-а. Не-а, не-а. Нельзя. Так тоже нельзя. Ну, зато хоть как-то. Хоть как. Тут, блин, тоже поле, вот оно мешается чисто, это поле ваше, блин. Ну и ладно. Еще 10 деревьев. А этот следующий квест с деревьями. Давай вот так, хорошо, поля. Хотя бы не квестовые. Нет, тоже не пойдет, тоже не пойдет. Куда же мне поля еще повтыкать? Эх. Надо подумать. Надо подумать. Может, вот сюда? Нет, сюда тоже никак. Может, вот здесь как-нибудь? Закрыть эту плитку? Не, никак не закрыть. Черт, вот эти поля, они меня больше всего калят в данном проекте. Куда их так попихать? Сюда тоже нельзя. Обыдно. Ну, наверное, Нет, тоже никак. Можно в отдельное место куда-то впихнуть. Но тут вот все с водой хочу, чтобы было связано. Давай, наверное, пофиг, пусть будет здесь. Бля, опять поле. Опять эти поля ваши чертовы. О, зато вот так ровно размещается. Неплохо. А вот так неровно. И вот так неровно. А вот тут лес. О, вот так нормально, да? Нет, тут тоже вон, пересечение идет. Тут тоже неровно. Как тяжело... Блин, вот этот домик вообще ни к селу, ни к городу. Черт. Так, и так, и я так его, блин. Вот тут, кстати, нормально встает. Вот этот тут не встает. И этот нет. Может, вот так, так или так? Нет. О, идеально. Так, ты дальше. А, блять, уберите поля. Мне эти поля ваши уже. Вообще некуда. Блин, этот домик еще. Можно, конечно, как-то вот его вообще на отшиб поставить. Но тут не хочется закрывать дорогу с домами-то. Так-то будет, конечно, поровнее. Да и бог с тобой, давай куда-нибудь туда уже тебя. О, подожди, это что, ЖД-тупик? Блин, ЖД-тупик. Может, вот так? Мы тогда... А, ну мы тогда не все, конечно, закроем. Не-не-не, это так не, по... не... так не пойдет. Можно вот так поставить. Было бы почти идеально. Почти идеально. Блин, вот тут, конечно, хотелось бы уже давным-давно закрыть. Нет, наверное, надо вот здесь закрывать. Хотя еще у меня вот тут есть место. Он коннектит с двумя только местами. А этот будет коннектить хотя бы с тремя. Все, давай закрываем. И забываем о тебе раз и навсегда. Так, сюда уже не размещается. Тут нужно закрывать зону. Здесь вот можно дальше продолжить куда-то вот развиваться. Так, а мне нужно же реально... Нет, здесь я никак не смогу поставить, и здесь никак. Зато вот тут вот есть пересечение, нет пересечений. Тут тоже никак не поставить. Квестов с лесом у меня... А, нет, у меня есть квест с лесом, что я говорю? Вот. Давай вот так. Опять же, да.
И это ЖД с новым квестом. Ё-моё. Нормально мы, кстати, такую разрослись. ЖД с новым квестом. А куда вот его впихнуть? Может, куда-то сюда? Нет, и не сюда, и не сюда. И не сюда. О! Не, криво. Ну и бог с ним. Нет, не так, не так, не так, не так. Да, это тоже я никак не закрою. Зато можно вот так поставить. Может, здесь где-нибудь у меня получится что-то воткнуть? Вот лес. Не, не так. Тоже не так. Это дом. Пересечение будет. Нет, наверное, все-таки куда-то вот сюда. Давай. Так, лес. Лес, причем с полем. Угу. Так. Еще одно поле с лесом. Не... Да... Не везде. А тут нет, не подходит, нет. Тут можно попробовать. Но не совсем. Давай, наверное, вот как-то так. Будем надеяться, что найдется какая-нибудь фишка с полем, который мне мешаться не будет. Зря я, конечно, так. Ой, зря. Блин, все равно не коннектится с одной стороны, ёпта. Вот же ж поля эти меня заставляют мозги понапрячь. Ну вот так хотя бы с трех сторон. Так с двух. Давай. Так, лес. Нет, ну тут поле. С одной стороны, черт, вот один домик бы здесь был, было бы хорошо, конечно. Это неплохо выглядит. О, поезд, который можно пустить. А здесь мы можем пустить еще один поезд? Нет, походу, да? Хотя нет, почему? Вон, можем, продолжим дальше. И мы, кстати, таким образом закроем здесь один из выходов, да? Да. Но тут нету полного сопоставления. Да и плевать, главное закрыть. Вот так можно пустить его. Ну не-не-не-не-не, не так. Вот так хотел пустить. Новый квест на лес в ту сторону. Подождите, а если я вот здесь, например, где-нибудь размещу? О, найс. Поле, поле, поле. Ну вот не нравятся мне эти участки с полями. Что с ними сделаешь? Да и пофигу. Тут, конечно, да, и какие-то зазоры остаются неприятные. О, а тут можно будет закруглить, да? Попробуем. Хотя бы вот так, во. Нормально, и очков дало. Но вот здесь теперь надо как-то что-то размещать. Нет. Тут тоже нет. Нет. Блин, чуть-чуть в одном месте. Блин, чуть-чуть. Это тут было бы хорошо, конечно. Ну ладно. Чисто поля. Опять лес. Лес, кстати, у нас уже вон. У нас леса пипец сколько. Вот тут не коннектит, блин, смотри-ка, не везде. То есть вот тут вот с полем нету места, поэтому ставить сюда куда-то его бесполезно. Тут, блин, в одном месте не получается состыковаться. Вот здесь в нескольких. Зато вот тут можно закрыть полностью лес в эту сторону. Хорошо.
А, нужно вот тут поставить и закрыться. Ёпта, там надо понаставить и на закрыться. А я тогда квест не сделаю. Плохо. Ну подожди. 45 плиток еще. Блин. Ну это меня прям вот это поле, оно меня убивает. Все, закрываем. О, все, готово. ГГ? Нет, тут будет выход, потому что оно еще один лес. Не-не-не, не сюда, значит, не сюда. Сюда, сюда. Или сюда. Ути-пути. В какую сторону? Да пусть в ту, наверное, идет. Так, тут надо... Тут по-любому придется лес закрывать. Правильно, да? Вот здесь мне нужно разместить, вот там разместить. Подожди, это новая территория с лесом на... фиговую тучу размещения деревьев. Нет, это не так работает, и это не так работает. Блин, мне надо бы реально что-то с домами делать, а походу их коннектить только таким образом и получится. По кусочкам. Нет, не получится вот так. Хотя, ну, тут мне все равно нечего терять. С другой стороны... Я просто сам себе опять создал проблему. Зачем-то. О. Блин, может попробовать как-то ЖД все-таки эти соединить? Тут тупик. Нет, я их уже тут никак не соединю. Угу. Нет, нужно искать ЖД с чем-то другим. Ну тогда вот так. Чем мне сейчас то? О, может я найду ему применение где-то в этом месте? Не, ладно. Давай, пофигу, так. Сейчас будем достраивать вот это вот место и будем на этом заканчивать. Довольно затянулся все-таки уже первый взгляд. Очень, как я и говорил, очень залипательная игрушка. Невозможно. Здесь мы можем куда-то? Да можем, конечно, как всегда. Вот тут мощный квест закончим. Задание выполнено. Флажок появится? Нет, флажка не появилась. Зато лес появился. Тут, кстати, да, все, лес нормально размещаем. Размещаем. Задание на 32 дома. Но мы его провалим сразу. Но я хочу уже хотя бы закрыть вот это вот место. И на этом будем заканчивать. Тут размещение полей мы заканчиваем. На размещение полей заканчиваем. ЖД давайте как-нибудь уже тоже понавтыкаем. Вот хотя бы вот так. Не знаю, давай как-нибудь вот так. Уже вон соединили, хорошо получилось. Лес здесь мы как-нибудь вот так законнектим. Я не знаю, пусть это будет тоже. А мы тут, что, ну да, нам надо как-то это заканчивать. А ну мы тут сейчас разместим акваторию, и больше она никуда не сможет двигаться. Хотя вот здесь вот она, во, вот так. Все, закончили, задание выполнено, замечательно. Так, опять поля. Поля полей. Давай вот так там как-нибудь наставим сейчас. Мне бы дома, мне дома нужны, ребята, дома. Давай вот так. Чё? Как-то никак, никак. Давай вот так. Опять дом. Тут мы никак не закроемся. Вот так, нормально. Что у нас тут? О, зато мы закроем этот квест с озером. И давай. О, лодка. Лодку мы сюда никак не впихнем. Зато впихнем как-то вот сюда. Нет? А вот так? Тоже нет. А вот так? Ты по барабану, давай! Чё тут, как, надо закрыть, да, вот эти поля? Отлично. Так, а здесь у меня нет прохода. Хотя я могу приконнектить их вот сюда, но опять же, все красным светится. И хотелось бы ровненько уже под конец-то поставить. Во, пофиг, пусть будет вот так. Один дом осталось присобачить. Вот так пойдет, но там ЖД не хочу.
Здесь мне нужно вот тут закрыться, не хочу. Тут тоже ЖД. Поставили, закрыли. Замечательно. Нужно закрыть вот эти... Хо-хо-хо! Я думаю, да. И одно осталось, одно место осталось закрыть. Это большое... Это с озером. Тут у меня выходов больше нет. Тут... Нет, там я никак не могу. Нет, никак не могу. Поле с полем. Здесь тоже мне надо вот закрываться как-то будет. Здесь не могу поставить, зато могу вот тут поставить. Хорошо, пусть будет. Идеально. Идеально. Так. Не знаю, где еще мне тут надо закрыться? Вот здесь. Но тут опять же это выход есть. Здесь вот так поставим. Тут мы закрыли. И здесь... Ну, я даже не знаю. Ну, давай, пусть будет вот так. Но тут в любом случае чем-то надо будет пожертвовать. О, дома. Отлично, дома. Не идеально. О, идеально. Головоломка первая. Разместите 25 плиток последовательно, не соединяя несовместимые края. А, это испытание какое-то. Блин, может до 10 тысяч очков все-таки добраться? У нас, в принципе, плиток-то осталось не так, чтобы и много, но и нам и далеко-то не надо тащиться. Победитель 2 и завсегда-то 1. Собери 10 тысяч очков и набери 10 тысяч очков в качестве рекорда. Понятно. Инженер 2, маршрут поезда. Ну да не, давайте, давайте дальше. Это задание на 25 полей? Это, конечно, сильно. Так. О, чисто вообще, вообще без ничего квадрат. Блин, тут никак нельзя тебя. Никак нельзя. И тут никак нельзя. То можно вот так. Так. Давай, пусть будет так, так. Вот провалили задание. Ну и бог с ним. И еще одно провалили задание. Тоже бог с ним. Тоже вот так поставим. Во, сейчас сделаем квест с ЖД-путями. Получим достижение инженер второго уровня. Паровоз мне дали еще один. Но он где-нибудь там внизу застакается. Тоже неплохо будет. Так, ровно 4 плитки с водой, говоришь, тебе надо туда добавить. Я могу вот тебе сюда добавить и сюда добавить. Но это мне нужно закрываться будет как-то. И мне вот слева тоже надо будет закрываться. Да и по барабану, давай. Сейчас добавим плитки с водой, закроем этот квест, а потом уже и закроем, в принципе, прохождение этого водного театра дальше. Поставили, поставили. О, мельница! А, у меня уже есть такая мельница, куда бы тебя ее... Куда бы тебя... Тут неплохо, конечно, место вот есть. И тут неплохое место есть. Давай. Давай, город, сюда. Плитку сюда. Тут тоже поля надо размещать, блин. Лес, 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 лес. То можно вот так поставить вообще. Давай по барабану. Мы инженеры. О, можно... О, красиво. Такой город получился с лесным массивом. Так, о, это озеро с ЖД-путями. Блин. О, ну, ну, я другого места не вижу, чтобы его поставить. Блин, блин, блин. Первый взгляд уже идет почти полтора часа, ребят. Ну уж не могу, очень залипательная игрушка. Тут не очень коннектится. Здесь вообще надо поля размещать. О. Давай. Не очень, не очень. Не очень, не очень, не очень. Тут вообще 15 полей надо воткнуть. Так. Так. Так, пофиг, пусть будет. Не знаю, не знаю, давайте... Блин, когда вода уже появится у меня здесь? О, неплохо. Лес. Лес с выходом в поле. Лес с выходом в поле. У меня коннектится где-то вот тут можно поставить, наверное. Вот, неплохо получается. Закрыли, идеально. Так, ЖД. Блин, вот это мне не нравится, конечно. Вот. Просто нету плиток подходящих, чтобы это закрыть.
Тут тоже у меня ничего. Можно вот закольцевать. Давай. Нельзя? О, сейчас, подожди. Пусть будет. А, тут уже никак. И тут никак. Надо новую акваторию ставить. Ё-моё. Но почему? Тут у меня уже есть продолжение. В принципе, довольно неплохое, даже идеально. 9000 очков, господа, еще чуть-чуть осталось, и мы... И мы достроим до 10000. Поле с лесом. Не коннектит, и тут не коннектит, и тут... Тут тупик. Чисто тупик ЖД. Блин, было бы неплохо, конечно, вот так это все соединить. Да, было бы очень неплохо. Но невозможно пока. Как бы тебя так разместить? Ну, тут эти поля. Вот совсем не хочу там, где лес, в поля лезть, поэтому... Что тут надо сделать? А, закрыть вот эти вот проходы. Мы вот так вот сделали, и вот так. Но мы закроем часть квеста. Ладно, хотя бы так. ЖД с полем. Тут тоже некуда. Нет, блин, я думал, можно, и тут нельзя. Блин. Тут тоже нельзя. Тут тоже нельзя. Да вы чё? А то вот тут можно. Но это вообще появится новый отдельный участок дороги. К нему надо будет как-то это все подводить, блин. Но не, не хочу. Давайте уж лучше продолжим, что есть, то есть. И куда-нибудь вон налево пусть уходит. Нет, не подходит, тоже не подходит. А плиток, плитки потихоньку убавляются, конечно, но я бы не сказал, что очень быстро. В принципе, игра, она в этом плане тебя страхует и очень и очень неплохо. Так, еще один город. Ну тут вот он вообще никак не приконнектится. Хотя вот так, но это мы добавим плиток. Нет. Вот так? Нет, не так, вот так, не так, вот так. Блин, город, который выходит аж на две соседние ячейки с полем, вы понимаете? Тут вот никак не выйдет, и здесь никак не выйдет. Вот это гемор. А здесь что? А, тут мы не завершим. Не, никак. И тут никак. Здесь тоже надо как-то вот воткнуть. А куда втыкать-то? Я не вижу. Вот сюда. Закрыть, может, здесь. И суп с ним. Где? Где еще-то? Я не вижу. Где еще-то выход? Завершите эту группу квестов. Так а где я не завершил-то? А где? Я не вижу. Куда вы мне тянете? Куда лес-то тянется? Завершите эту группу квестов, разместив на подсвеченные края задание с флажком. Я в упор не вижу, где светятся подсвеченные края. А, вот. И вот тут тоже. Ага, я понял. Сюда нужно ЖД поставить. И вода. Прекрасно. Закрыли тему. А вот тут почему ты не поворачиваешься, зараза, а? Ну и ладно. 20 плиток осталось. Но это, в принципе, более чем достаточно, чтобы добраться до 10000 очков. Поле. Еще одна. По барабану. Еще одно поле. Вот так. ЖД. Ой, мы тогда что? Мы тогда провалим? А, ну мы тогда закроем и другие квесты, получается. Все, готово. Нормально. Все, здесь квесты закрыли полностью. Осталось только вот тут вот закрыться. Блин, тут никак нельзя разместить. И здесь, блин, а, потому что это город, город. Все, понял, понял, дошло. Город у меня где-то вот здесь очень хорошо можно... раскрыть. Ну, вот тут, например, да? Хотя вот тут вот... блин, все мешаются. Вот эти деревья. Все время мешаются деревья. Во. Нормально. Так, и теперь торжественно закрываем этот участок с водой. Классно. Ну, как еще? Вот тут остается. Ну, я думаю, мы его выведем в озеро, и здесь пойдет новая ЖД-дорога. Так. Тут как-нибудь... Пофигу, пусть будет так. Лес. Во, нормально. Так, и все, торжественно закрываем. Не, в смысле? Никак? Не торжественно? А мне нужно закрыть этот участок с дорогой-то, ё-моё.
Чё вы, блин? Нет, стоп. Мне там нужно закрыть этот участок с дорогой, дядя. А, это я провалю задание. Да и по барабану. Мне уже нужно закрыть этот участок. Все, я его, походу, теперь вообще никогда не закрою. Блин, не-не-не-не-не, подожди. А я могу... А, все, только одну клетку можно отменить. А я хотел все отменить. Нет, нет, это не так. Это тоже не так. Может, вот здесь как-то я смогу... Ну, хотя бы так. Так тоже нормально пойдет. Так пойдет. Ну, сейчас просто досбрасываем оставшиеся поля клетки, я думаю. И нам этого, в принципе, хватит. Для того, чтобы закончить с данным первым взглядом. Ага, тут уже никак не прокрутишь. То вот тут прокрутишь. 9960, 16 плиток осталось. Город размещаем куда-нибудь сюда и сюда. О, лужа очередная. Тут вот так. Все получается. Получено сражение за всегда тай первое и победитель второе. Бобровый домик теперь можно размещать. И новая раскраска разблокирована для пересадочной станции. Четко. Я обожаю такие медитативные игры, если честно. Теперь у нас появились задания на ландшафтный дизайнер. Нужно разместить еще примерно 219 плиток дополнительно. Появилось задание на водный мир. Еще нужно 11 плиток с водой разместить. И победитель третьего уровня. Нужно набрать еще 5000 очков, чтобы стало суммарно 15. Но я думаю, на этом мы, в принципе, с вами будем заканчивать. Потому что игра реально очень залипательная. Вы сами видите, что тут можно особо не... Ну, как-то не напрягаться, как-то ставить блоки. Да, конечно, если вы хотите создать себе идеальный какой-то мир, нужно прямо смотреть, чтобы по всем, там сколько тут граней, по всем шести граням совпадало с ближайшими какими-то блоками, с ближайшими текстурами, с другими сотами. Ну, такой прикольный, прикольная такая головоломка, как ландшафтно-строительный симулятор. Довольно-таки круто. И они подкупают тем, что чем грамотнее ты размещаешь блоки, чем больше ты получаешь очков, тем больше у тебя, соответственно, появится возможности для постройки своего собственного вот этого вот своего собственного мирка. Открывается больше различных текстур, вон появляются новые ратуши, новые цвета ратуши, появляются какие-то новые природные вон домики типа бобриные, да, но это знаете, это вот реально можно прописывать такие игры в качестве медитативного средства лечения для людей, которые могут устать, реально, просто могут устать от работы, там, не знаю, от отношений каких-то, вот хочешь зайти, хочешь поиграть во что-то вот такое, ну, не напрягающее, когда вот, например, все могу это посоветовать игру, кто устал от каких-то шутеров, от каких-то, я не знаю, там, стратегических игр, да, вот хочется зайти, просто реально отдохнуть, здесь даже и думать особо толком не надо, стой да размещай, да отдыхай. Вон, мельницы всякие, какие-то вон водные территории, поля, города, очень прикольно. И это мы с вами только в самом начале, потому что игра меня подкупила тем, что я зашел на стрим в стиме у одного какого-то блогера, который просто колоссальнейшую территорию уже успел покрыть для развития, и у него было столько всяких различных городов. Вот, кстати, смотрите, вот в эту сторону можно строиться, чтобы что-то открыть, в эту сторону еще можно строиться. Не знаю, в общем, посмотрим, как зайдет. Я думаю, что для моего канала это совершенно не тематическая игра, но мне нравится раз в какое-то время заходить в подобные игры, отдыхать, снимать по ним первый взгляд. Не знаю, если вы позалипали, понаслаждались, скажем так же, как и я, неважно, сколько времени, вот, то ставьте большие пальцы вверх, комментируйте, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на канал. Вот, смотрите другие ролики в предложке. В первом взгляде очень много игр подобного жанра. Вот, я думаю, они в будущем еще появятся. Сам я наверняка позже еще поиграю в эту игру, но для первого взгляда, я думаю, более чем достаточно. Суть вы уловили. Вот, все. Всем удачи, всем пока. Играйте в хорошие игры, никогда не ругайтесь, не напрягайтесь и почаще отдыхайте. Все, всем пока.